Основной целью мероприятия было повышение сознания в обществе, опасности распространения заболеваний, болезней, системы кровообращения, повышение уровня ответственности населения за свое здоровье и пропаганда здорового образа жизни. Основной целью мероприятия было повышение сознания в обществе опасности распространения заболеваний и болезней системы кровообращения, повышение уровня ответственности населения за свое здоровье и пропаганда здорового образа жизни. Во всем мире заболеваемость и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний стоит на первом месте. Ежегодно более 18 миллионов жителей планеты наши умирают от болезней сердца. Это инфаркт миокарда и инсульт. В том числе и в Казахстане тоже заболеваемость и смертность на первом месте от болезни сердца. Поэтому Всемирная организация здравоохранения был утвержден этот день, Международный день сердца. Цель этого дня – проведение мероприятия для того, чтобы еще раз напомнить всем людям о актуальности этой проблемы, о том, что сердце можно предупредить, заболеваемость сердца можно предупредить, болезни, и уберечь себя от этих грозных осложнений. На первом месте стоит профилактика. Легче нам эти заболевания, конечно, предупредить. Основные факторы, которые приводят к болезням сердца, это гиподинамия, стрессы, повышенное артериальное давление, нарушение питания, да, ожирение, мы все знаем, это глобальная проблема. В ходе мероприятия был продемонстрирован видеоролик. Участники, ответившие на вопросы, были награждены подарками. Кроме того, у участников измерили артериальное давление, рост, вес, обхват талии, провели оценку массы тела и уровня холестерина. Кардиологи предоставили информацию о факторах риска сердечных заболеваний и дали необходимые рекомендации участникам. Обследование, консультации, которые проведут кардиологи, это важно, потому что многие люди об этом не знают. То, что приурочили вот этот день к Всемирному дню сердца. И спасибо, что Центр кардиологии, вот этот ЖУРЭК, они организовали это мероприятие. Стоит отметить, что в указанном мероприятии приняли участие около 150 человек, которые получили ценные рекомендации по поддержанию здоровья сердца. Сара Абдиева, Аслан Кожахметов, Азамат Бескенов, 77 News.